Итак, следующая песня, да, так называется. Эй, мой друг. Тональность. Тональность. Ша бемоль сапог, как обычно. Да. Итак, завершая первое отделение нашего безобразия, чтобы кое-кто мог вынести на сцену и продолжить его, мы, соответственно, играем вот эту песню. Совершенно нетипично, потому как в стиле регги. Сегодня расширенный состав, но это не я, Сыц.